В Армении 17 оппозиционных партий вышли на площадь независимости. Они протестуют против соглашения о прекращении войны, которое подписало правительство. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Вице-премьер Тигран Аветисян говорит, что власти не допустят государственного переворота. Тем временем президенты Турции и России считают подписание соглашения правильным шагом. В телефонном разговоре Эрдоган рассказал Путину о создании в Карабахе вместе с Россией центра, который будет следить за соблюдением режима прекращения огня. С Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым о событиях в регионе поговорил по телефону и премьер-министр Грузии. Соглашение между тремя странами о прекращении войны, передаче спорных территорий Азербайджану и введении миротворцев было подписано 9 ноября.